этим. Очень часто говорят, что с удачу надо переспать, пережить. Как сейчас, на следующий день, воспринимается вчерашнее поражение? После поражения всегда хреново. Сегодня посмотрели видео, разобрали ошибки. Вот, поработаем. Как я уже вчера и сказал, в принципе, выводы каких-то. В принципе, хорошо защищать. Если так будем защищаться дальше, то посмотрим, что получится дальше. Вчера ты сказал, что недоволен частью своей игры, при том, что, в общем-то, один из лучших матчей, наверное, в плей-офф выдал. Все-таки после просмотра видео конкретизировать можно? Можно много конкретизировать, но есть такие вещи, которые я не хочу говорить, наверное, и не скажу. Меня вы не услышите точно. Все-таки вчера у тебя были шансы одним из героев матча стать, когда штрафные бросал. Можешь описать эти ощущения, когда весь зал, 20 тысяч кричат, и тебе нужно сравнять счет, 2 из 2 нужно обязательно забить? Ну, на самом деле, так сейчас я это вспоминаю, да, на это смотрю, а вчера, да, был, ну, шумно в зале, но я так сконцентрирован на игре был, я вообще в этих штрафных был полностью весь. Я просто, ну, вот реально, как, знаете, говорят в фильме, ничего не видел, кроме кольца. Вот, поэтому, конечно, сейчас легко говорить, когда ты их уже забил, эти штрафные. Вот. Ну, вчера, ну, забил, а что говорить. То, что 2 дня перед следующей игрой и плюс это на выезде, как-то мешает или наоборот помогает? Все-таки в гостинице, получается, заперто, вас же не выпускают особо поговорить? Ну, нет, мы можем ходить куда хотим, делать, что хотим, нас никто не держит, мы же не в тюрьме, мы в гостинице, это не самый худший, так сказать. Вот, но просто надо правильно относиться к делу, так сказать. Ты же не можешь там гулять по магазинам, по барам, поэтому... Ну, в основное время ты, конечно, в отеле проводишь, все равно выбираешься на улице, конечно, чем Ясно. Ну, последний короткий, не вопрос даже, а просто пожелание сказать что-нибудь российским болельщикам. Ой, ребят, что я могу сказать? Спасибо, что вы есть у нас. А мы, я в свою очередь, стараемся сделать все, чтобы вас порадовать. Ну, я обещаю, что буду играть, стараться играть изо всех сил, просто чтобы вас порадовать, да и самому порадоваться.